Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Атрей, ко мне! Ладно, я иду. Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Свет у нас в Мидгард. В том же месте можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было.
И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю. Зим 100, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. А, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил. Но теперь мне туда хода нет. Из одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай. У меня работы по горло, в отличие от некоторых. Поможет в трудный момент. Чего тебе, мелкий? Опять вы. Так, и вот еще.
помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Мировой змей. Я же говорила, он большой. Хочешь здесь высадиться? Готовься! Ну как? У тебя есть задание. Пойдем. Сын, сюда. Ладно. Квейкья. Come on.
Вы здорово дрались! Что это? Это дух. Он говорит. И оно тебя слышит, не стесняйся. Ты мёртв? Какая наблюдательность. И безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сайты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. Ух ты, исчез. Идем, ни к чему отвлекаться. Надо бы посматривать, вдруг еще духи появятся. Я же сказал, не отвлекаться. Но им же нужна помощь. Они духи, сын. Мертвецы. У них нет нужд, только желания. Я думаю, их нельзя бросать. Ничего пройдет. Помогла. Что ты сказал? Ничего. Вот тот же. Ну что, расскажешь что-нибудь интересное? Какая история? Ну как же? Мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Хорошо.
Фафнер бывал в Альхейме? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Разбойники. Ой, похоже, они успели первыми. Зак.
заперто, ищи другой вход. Отец, посмотри наверх! Ого! Сын. Еще одна карта сокровищ. Пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Что с этим Краутом? Подожди!
Драугры, никаких сокровищ, точильного камня. Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Тебя застали врасплох. Просто не ожидал. Именно. Ничего, кроме отравы и дурацкая статуя птицы. Здесь много того, что пригодится в дороге, а это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. Точильный камень. Я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Да помню я, помню. Но у меня предчувствие. Yeah!
Вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Это надо уметь. Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее. И всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутать. Остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но может мы его все-таки найдем? Нет.
Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный. А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. А вы умеете драться. Этого у вас не отнимешь.
Почему сын его предал? Убить родного отца из-за сокровища в голове не укладывается. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Ну да. Ты стал лучше. Вы случайно... Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Кинжал, который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. О.
Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. Чем могу служить? Можешь хотя бы просто поздороваться. Ну что, вспомнишь интересную историю? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Одна из них была про зайца и черепаху. Когда увидел? Не пара. И что было? Они решили бежать на перегонки. Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Сын? Слушаюсь. Вейкья. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Как это? Запустение, дитя. С каждой зимой оно становится все сильнее. Ты знаешь причину? Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп, многие утонули, я в их числе.
Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. И это желание ты исполнил. Спасибо. Что я тебе говорил насчет твоей помощи? Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели. И уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны. Они что-то знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. Историю ты знаешь? Еще одна. Жила-была лошадь. Она решила отомстить своему врагу, оленю. Лошадь не могла убить оленя сама. Она встретила охотника и заключила сделку. Не сейчас. Потом закончим. Ладно.
конь с охотником договорились, а дальше? Она дала надеть на себя упряжь и позволила человеку сесть в седло. Вместе они убили оленя, и лошадь почувствовала вкус победы. Но охотник не захотел отпускать лошадь и поработил ее. Значит, ради мести он лишился свободы. Надеюсь, оно того стоило. Нет, не так. Жаровня. Как хочешь. Смотри. Квейкья. Продолжай. Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра, но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого, с татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстили за меня. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Может, другой скажет что-то важное? Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Куда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да, много. И каких? Назойливых. Может, еще историю? Хорошо. Жила-была лягушка. Ее пруд высох.
и она со своим сыном отправилась искать себе новый дом. Там был колодец. Сын увидел воду и решил прыгнуть, но лягушка его остановила. Она увидела, что колодец глубокий, и если вода в нем высохнет, они не смогут выбраться. Поэтому они пошли дальше. И все? Да. Это не история. Вот если бы сын туда прыгнул, тогда бы да. Сын попал бы в ловушку и умер, и никто бы не помог. Слыхал? Вот это история. Попробовать стоило. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Вот эта статуя. Кто ее поставил? Не знаю.
Может, еще историю? Еще одну. Одного юношу поймали на воровстве и осудили на смерть. Мать навестила его в тюрьме. Она была доброй и любящей женщиной. Но вор пришел в ярость, увидев ее, и откусил ей ухо. Что? Почему? Продолжим в другой раз. Ага. Зачем вор укусил мать за ухо? Потому что он всегда был вором. А мать только дарила ему любовь, но не учила отвечать за себя. Если бы он знал, что такое дисциплина, то прожил бы дольше. Да, но ухо – это не дело. Сын. Слушаюсь. Векия. Я рядом. Берегись. Нужно поговорить. Еще один. Дух, которому что-то надо, как неожиданно. В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения.
Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну... я не знаю. А! Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Уже лучше. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу, но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — подняться на вершину. Да ну! Тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Так можно заодно мир посмотреть. И помогать другим. Здесь еще и руна пути. Отправимся в мир огня. Какие еще истории ты знаешь? Одна крабиха однажды начала ругать своего сына. Она говорила ему, что он должен гордо шагать вперед, а не в бок, как он делал всегда. Но она ведь тоже краб. Он мог сказать: покажи, как идти прямо, и я пойду. Да, он так сказал. Вот и вся история. Понял. Здесь?
Сюда. Нашли алхимика, о котором я говорил? Читай. Ладно. Эти руны означают «внутри смерть». Ладно, катитесь. Другое дело. Ну, а что там с другим?
им делом. Давайте к делу. Ну, парень, знаешь, чего хочешь? Ну, другой раз.